Так в Центральной городской библиотеке встретили «Ночь искусств». Праздник посвятили году российского кино. Для начала под руководством режиссера перепели песни из любимых советских комедий. В роли начинающих актеров и взрослые дети. Они же частые посетители местного книгохранилища. Преподать новичкам азы театрального мастерства пригласили уже опытных артистов студии «Белая ворона». Для демонстрации выбрали классику – репертуар Аркадия Райкина. Растерял газетку, все чин-чинарем. Вахтерша. Прицепилась вахтерша в греческом зале, Как вам не стыдно, Проверку на знание теории отечественного кинематографа прошли все присутствующие. «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Служебный роман», «Ирония судьбы» или «С легким паром» – это лишь часть киноэкзамена. Дальше. Фильмов много, хочется все объять. Вот давайте «Белое солнце в пустыне» еще. Ну, помните, «Восток»? А, хорошо, Петруха, да. «Абдулла», «Таможня»? Слушайте, все знаете. После теории перешли к практике. На импровизированной киноплощадке пересняли знаменитые «Три мушкетера» и «Иван Васильевич меняет профессию». В общем, пришли в библиотеку обыкновенные читатели, а ушли ни много ни мало актеры со стажем. Организаторы праздника говорят, что уже придумывают, какую еще профессию можно предложить освоить своим посетителям в следующий раз.